Пане Сергію, ну вперше за роки проведення Кубка Крима, там дитячо-юнацького цього турніру, от вперше команда з Херсона здобуває нагороди. Що це значить? Що дитячо-юнацький футбол в Херсоні він прогресує, чи рівень команд цього року трішки слабший? Цікава ваша думка. Ну, конечно же, очень приятно, что наши ребята начали занимать на таких хороших турнирах высокие места. Я думаю, тут, конечно, и работа тренеров, работа федерации, потому что мы знаем, что в последнее время построилось в Херсоне очень много полей, а это очень влияет на качество подготовки, потому что, вспоминая наше детство, как мы на камнях, на земле, то, конечно же, качество и техническое оснащение намного выше, когда у тебя есть хорошие поля. Вот. Также я знаю много ребят, тренеров, которые очень качественно, хорошо работают, отдаются своей работе, поэтому это их тоже большая заслуга. Поэтому я думаю, что все-таки наши дети по чуть-чуть растут и все-таки будут все выше и выше занимать места. Ну, моя думка, що зараз футбольні команди наші дорослі, да, в Єврокубках, ми це бачимо, вже захлинаються від того, що немає от свіжої крові, немає от підростаючого покоління, яке може замінити футболістів. Безумовно, можна сьогодні купити того-того гравця, але все ж таки оця криза із-за пандемії, вона десь змушує... Ну, немає, можливо, таких грошей, щоб купити, щоб поставити задачі і одразу ж їх виконати. Тому постає питання все ж таки робити акцент на дитячо-юнацькі футбольні школи. От як ви вважаєте? От це яскраво показує ось цей сезон, коли ми програємо представникам Казахстану, Фінляндії, австрійському Рапіду, який Шахтар той же лупив весь час. І Заря, ми пам'ятаємо, як навіть Заря, коли ви, будучи ще тренером Кристала, приїжджала сюди в Кубок України, тоді 5-0, по-моєму, вони обіграли. Зовсім інша була Заря. Зараз це щось таке. Ну, что касается молодежи, то я с вами согласен, я неоднократно это говорил, что у нас какой-то такой странный менталитет, наверное, из-за того, что наши клубы не занимаются рынок футбольный у нас в связи с кризисами, с нашей, скажем так, в стране ситуации не сильно работает по продаже футболистов. Вы видите, за рубежом мальчику 19-18 лет, в 17 люди ставят в Лигу чемпионов, показывают, дают ему шанс и потом продают и зарабатывают на этом хорошие деньги, продавая топ-клубам. У нас как-то с этим в этом плане очень... проблемно, наверное, все-таки это камень не в адрес тренеров, да, наверное, над ними давлеет все-таки результат, президенты, которые требуют этот результат, потому что молодежи все-таки надо какое-то время, чтобы начать давать его и ну, почувствовать ритм премьер-лиги, поэтому, скорее всего, это большое давление из-за результата, поэтому стараются более опытных брать, да, мы смотрим, сейчас у нас и Гладкий играет, и Селезнева который раз возвращают, и Милевского, то есть на их месте, я считаю, должны были играть молодые ребята. Я уже давно слежу за молодежным футболом, и когда первенство Дубли было, Ю-19, и первую лигу Ю-19 следил, то есть мне это интересно, и детские турниры вы видите, посещаю, поэтому я уверен, что молодежи талантливой очень много, просто надо им дать толчок, и вот видите, все-таки рано или поздно какие-то звездочки у нас зажигаются, тем, кому доверили, они выстреливают, но, к сожалению, очень мало доверен молодежи. Ну, здається, Шевченко, екс-наставник збірної України, говорив, що якщо не буде конкурентно спроможного чемпіонату, то такого результату, який був досягнутий на останньому чемпіонаті Європи, ну, його, він буде не скоро. Так, і, ну, а у нас сьогодні от українська прем'єр-ліга, ну, дивишся, а команди в основному утримують аграрії. Це добре чи це погано? Я не знаю, розумієте,
Можливо, для когось футбольні ці команди – це як якась цукерочка. Поки пожував, солоденька, з'їв уже все і закинув. Тому їм не треба займатися там дитячо-юнацьким футболом. Можливо, це якби із-за тимчасовості це така ситуація. Цікаво ваша думка. Вы знаете, ну, что касается аграриев, то это неплохо и не хорошо. Хорошо это потому, что они содержат клубы и футбол живет, потому что без них было бы сложнее. Это просто сейчас такие в стране, скажем так, обстоятельства, да, когда у этих людей более-менее хорошо, и слава Богу, что они заинтересованы футболом. Что касается с их стороны развития детского и молодежного футбола, то, в принципе, федерация работает постоянно в этом направлении. У каждой команды должны быть команды U19, договора со школами или свои школы, да, детские, которые. Поэтому, в принципе, я думаю, что процесс идет, несмотря на какие-то проблемы и в Украине, и в нашем футболе. Я думаю, что процесс ну, достаточно неплохо идет. Знаєте, от я зараз говорю щиро, що вас реально не вистачає в професійному футболі, там в другій лізі, в першій лізі. От де ви хотіли попрацювати зараз? А можливо, у вас є якесь бажання? Ну, ви знаєте, во-первых, так сложились обстоятельства, що мені, ну, я вирішив покинути родной клуб, да, которым займався 4 года одним клубом, который был частный, 4 года муниципальным клубом. В принципе, я вам скажу, что я с 20, у меня была только пауза, в 20 лет небольшая, поэтому с этого времени 25 лет я без остановки, без пауз работал по всем фронтам, будучи и тренером разных лиг и руководителем клуба, поэтому, может быть, какой-то этап надо было все-таки остановиться, переосмыслить, успокоиться. То есть это мне явно пошло на пользу, восстановиться и психологически, потому что эта работа каждодневная, с утра до вечера, она выжимает с тебя все соки, все здоровье. Вот. Что касается, где бы я себя хотел видеть, то есть пока на сегодняшний момент, скажу честно, то, что мне предлагали, мне все нравится, очень благодарен этим людям, которые мне предлагали работу, но тем не менее мне хочется проект, вот которым ты будешь, вот, который будет тебе сниться, который будет занимать 200% твоего времени, там, где будут амбиции, там, где будет проект, вот там будет интересно. А работать ради работы, ну, я считаю, что все-таки я не ремесленник, и ну, в моей работе всегда хочется, чтобы присутствовало творчество, какие-то эмоции, какое-то то, ради чего стоит жить. Вот, ну, пока... То вы чекаете пропозиции от амбициозного клуба? Ну, я понимаю, что сейчас мало очень амбициозных клубов, и те клубы, которые ставят перед собой задачи, которые проект, который хочет развивать, их не так много в Украине. И у нас много квалифицированных тренеров, которые под эти проекты готовы и готовы делать задачу. То есть, естественно, я не сижу и не жду приглашения там, «Динамо Киева», да, или «Шахтера». Но, тем не менее, на более низком уровне хочется, чтобы это... Ну, хочется, чтобы руководители жили этим, ставили задачи, заинтересовать коллектив в этом, ну, то есть какие-то цели многолетние, какую-то стратегию разработать, найти клуб там, где тебя будут доверять, а не просто на сегодняшний момент клубу надо какой-то кризисный менеджер или закрыть дырку, или занять какое-то сегодня место, а завтра непонятно, какое будет место и какие задачи будут, и вообще какая политика у клуба и стратегия. Поэтому я набираю сил, слежу за футболом на всех уровнях, начиная вот от детского, заканчивая премьер-лигой. Стараюсь не расслабляться, а все-таки постоянно изучаю и цифры всех чемпионатов, тенденции, то есть куда двигается футбол, насколько он ускоряется, как тактически он развивается. Поэтому ну, такое время, оно тоже достаточно интересное в моей жизни, потому что никогда не хватало времени на это. Ну, дякую, успехи вам. Спасибо. Да.